Здравствуйте! Мы снова встречаемся с путешественником, фотографом, просто хорошим парнем Игорем Ермолаевым во второй передаче. Почему? Потому что, насколько я догадываюсь, первая передача имела какой-то резонанс. И, Игорь, ты, наверное, все-таки расскажешь, как она воспринимается и о чем мы сегодня будем говорить. Добрый день всем. Я прежде всего хочу поздравить вас с днем рождения. Спасибо, у спасибо. У вас сегодня. Дай Бог вам здоровья, спасибо, удачи спасибо, спасибо. И интересных путешествий. Спасибо. Вы всегда можете рассчитывать на мою помощь, как мои друзья. Я часто помогаю, отвечаю на какие-то интересные вопросы, помогаю найти билеты, туры и так далее. Вот. Да, вы знаете, и передача имела резонанс, и вообще участие мое в «Мастер-шефе». И вы знаете, я даже вот взял с собой свежий номер «Южной правды», так, где вышло большое интервью. Это, кстати, я отсылаю к этому интервью множество людей, которые задают вопросы. И вы знаете, больше всего вопросов задают, как ни странно, дети. Более 30 человек, участников «Мастер-шеф дети» и болельщиков, попросили добавить меня в друзья. Для меня это была полная неожиданность. Причем самое интересное, дети даже не сколько задают вопросы по кулинарии, а сколько спрашивают советов в сложных жизненных ситуациях. И вы знаете, с одной стороны, это очень приятно, спасибо им за доверие, но и чувствуешь большую ответственность. Естественно, я всех добавил в друзья, отвечаю на вопросы. Многие задают, как участвовать в новом этапе «Мастер-шеф дети». Это вторая сейчас эфир. Это у тебя в Фейсбуке? Это ВКонтакте. ВКонтакте, да? Да, ну в Фейсбуке тоже добавляются, но ВКонтакте наиболее большая группа «Мастер-шеф». Я хочу на минутку тебя перебить и сказать телезрителям, что если вы хотите смотреть передачу с участием Игоря Ермолаева по интернету, то зайдите в YouTube и в поиске наберите «Размована тему», телеканал «Николаев», и там сразу откроются передачи, в которых участвует Игорь Ермолаев. Продолжай, пожалуйста. Вот, и, ну, конечно, больше всего вопросов по путешествиям, и как раз я вот сегодня хотел об этом поговорить, и тема передачи будет вот как бы артефакты, как интереснее всего организовать поездку, какими должны быть качествами обладать человек, чтобы он ее успешно осуществил, нашел себе друга, спутника. А я так знаю, дети, в общем-то, любят всякие предметы, всякое то, что можно потрогать, пощупать, и принес да, множество вот интересных артефактов с разных концов света. Ну, давай будем показывать, да и рассказывать. К тому же, я думаю, что это будет интересно не только детям, но и взрослым. Да. Вот, ну вот давайте сразу начнем с самого экзотического. Все мы помним картины Рериха, когда склоны Гималаев окрашиваются в красивые розовые, фиолетовые, синие, какие-то там цвета радужные. Я когда-то думал, что это такой вот особый художественный какой-то прием великого мастера. Но когда оказался в Гималаях, оказалось, что это действительно так. Натурально такое. Серьезно, да. При закате и восходе склоны окрашиваются в такие вот необычные, теплые, красноватые цвета, фиолетовые. Вот, кстати, ты же снимал это на фото. Да. Это, наверное, не так на фото передается, как это все подчеркнул и усилил Рерих, правда же? Конечно, конечно. Но оказывается, секрет вот в чем. Камни, которые покрывают гималайские склоны, они имеют вот такую вот, видите, слюдяную немножко составляющую. То есть, если вот так его чуть-чуть пошатать, то видно, что там такие вот слюдяные чешуйки. Так, вот именно они играют роль вот того самого зеркала, где вот лучи восходящего или заходящего солнца окрашивают горы в такие вот чудесные цвета. Ну, вот так вот, да, получается. Да. А как камень-то называется? Ну, честно говоря, не знаю, это вулканического какого-то происхождения, какой-то разновидность. Значит, базальт, у нас тут не геология будет, а отношение творческого человека к тому, что он видит, да, и то, что его
взволновало, когда он отобрал где-то конечно. На склонах гор, да? Оно все, да, конечно, оно все проникнуто такой вот романтикой. Вот, например, в Тунисе можно найти вот такую так называемую розу пустыни. Это ага. вот особый такой вот слюдяной кальциевый конгломерат. Ага. Вот, это гипс входит. Их выкапывают, продают туристам. Самое интересное, такие, назовем, кристаллы вводятся только в Сахаре. Ну вот, может ты сказать, какого это цвета или нет, а? Ну, бежевый, песочный. Песочный, да? Да, бежевый, цвет песочный. Цвет тела, я так смотрю, да? Вот какие чудеса может создавать природа. Ну, это знакомое. Я так чувствую, что это друза, это какая-то соль, да? Да, это такой вот интересный объект с Мертвого моря. Дело в том, что там любой предмет, куст, неважно что, камень, он обрастает какими-то красивыми кристаллами соли. Что, куст прямо находится в воде, в море? Да, он прямо на берегу стоит. Или на берегу? Все облепилось. Там могут быть, допустим, даже грибки, вот несколько там, назовем так, баз отдыха. Все грибки облеплены вот так солью, очень красиво. Можете даже попробовать. Куст – это все-таки живое, он же живое. Как же он задыхается от этой соли? Я вообще сам не понимаю. И почва какая, правда же? Как он там вырос. Ну, жизнь... Значит, приспособлены. Да. Кстати, у нас на Кенбургской косе тоже вот растут же там какие-то всякие растения, которые... Жизнь везде прибьет себе дорогу. И на Украине есть такие. Потом есть же источник гейзер, тоже в Херсонской области. Ну, тоже в Херсонской области есть такие даже уже залежи соли, рапа называется, где и сейчас добывают... Да. Где раньше чумаки добывали соль. Да-да-да. Ну, вот Горький проходил через Николаев, попал туда, и там все это рассказывает в своем рассказе на соли. Да, Украина вообще очень богата солью. Вот еще такой вот интересный объект. Это добытый из глубины 300 метров. Это соляная шахта в Солидаре. Я, кстати, очень mm-hmm. рекомендую туда поехать. Под землей ты просто чувствуешь себя, как в какой-то сказке Гарри Поттера. Такие вот необычные, пробуренные огромными экскаваторами тоннели в соли. Угу. Видны отложения всех каких-то древних слоев. Дерево есть из соли, скульптуры гномов. Там угу. организуются экскурсии. Можно даже вот на память себе взять такой вот кусок соли. Ну вот подышать вот при этом. Подышать обязательно. Там находится целый бальнеологический курорт. Uh-huh. Я его посетил, люди прямо вот лежат на койках, дышат солью, uh-huh. так организовано все, красиво, чинно, очень помогает астма, другие легочные заболевания. Вот скажи, пожалуйста, ну вот 68 стран, да? Это ж совсем немало. Где ты деньги брал на все это? Как ты прорывался туда? Как ты организовывался с другими? Подскажи людям, которые хотят сделать то же самое. У тебя, наверное, есть колоссальный опыт, как это организовать, как прорваться через границу, в хорошем смысле этого слова. Да, только в хорошем. Я вам сразу скажу, что нелегальное пересечение границы... Не, ну мы тут верим, что нет. Я уверен, что ты не контрабандист, конечно. И никому не советую. Я вам скажу так, при всей видимости, как бы... что граница не охраняется, что там какая-то маленькая проволока, категорически запрещено пересекать нелегальным образом, там есть свои способы защиты, и поверьте, лучше не связываться с пограничниками, не надо. Понятно, а виртуальные же границы есть, вот ты их несколько раз пересекал. Но виртуальные границы – это в Европе. Там фактически, если ты пересекаешь границу Германии, Франции... А я не эти границы имею, я имею в виду виртуальные, вот, допустим, там тропики, экватор, или вот на север же ты сколько конечно. Раз ходил? Ой, вы знаете, северный... это тема, да, у меня было 3 экспедиции в район Северного полярного круга, да. Это тема, вы знаете, я на творческих вечерах своих, я не могу ее за 2 часа успеть, поэтому, наверное, это мы как бы полностью другую сделаем передачу, я просто коротко скажу, первое, что не так страшен черт, как его малюют. Не так много нужно денег, чтобы путешествовать. Mm-hmm. У меня экспедиции в Европу, некоторые были вообще 17-18 евро.
Самая дорогая это была там, ну, наверное, 100 евро. Это было где-то 15 городов Италии. То есть, если путешествовать с умом, если Так. заранее брать недорогие акционные перелеты, если пользоваться специальными сайтами, можно максимально удешевить. Поэтому тут, знаете, самое главное – это иметь голову на плечах, сообразительность. Конечно, быть законопослушным человеком, потому что если ты законопослушный, то тебе все дороги открыты. Приветливый, добрый с людьми. Голову на плечах. Ну и плечи Конечно. надо иметь мощные и широкие. Почему? Потому что рюкзачок чаще всего, ну не чаще, а все время Конечно. рюкзак за спиной, правда же? Конечно, конечно. Я худощавый, но крепкий. Я мог проходить 50 километров в день, вот, в частности, по берегу Иссык-Куля. Практически обошел его по кругу, и вот такой вот один был переход. И, кстати, мы можем перейти, вот тут А интересно, в ну Средней покажи, Азии, да. да, как раз маньчжурский орех, он немножечко не похож на наши. Ну, почти наш волоский, когда засох. А вот на самом деле внутри, если вот его разрезать поперек, там Да. очень красивая такая вязь. Там практически ничего съедобного, но местные жители используют его как украшение. Из него можно делать бусы, например. Вот. И также вот я хотел еще рассказать о моих любимых вулканах. Я много путешествовал на Камчатке, полтора месяца, и привез оттуда вот такие особые вулканические бомбы. Значит, Это это вот ты видел застывшая гейзеры, ты видел, но видел, как извергается лава? Вулкан Шевелуч, да, видел. Да? А вот, получается, так называемые вулканические бомбы. Это камни, они настолько вылетают, тут лава, расплавленная лава, Да. вылетает с вулкана на такую большую высоту, что она успевает застыть и упасть, и расколоться. То есть вот Вот это, так вот, да? да. Более того, вот недавно в интернете была фотография извержения вулкана. Так представляете, картина какая? Дым от и пар, весь этот газ от вулкана распространяется от Камчатки аж до Гавайских островов, то есть на пол океана. Вот такое Через идет, Тихий да, океан, вот такая да? идет пелена. Меня трудно уже чем-то удивить, но я очень Ну, удивился это этой действительно фотографии, удивительно. насколько это грандиозное, прямо планетарного масштаба зрелище. Конечно, надо быть очень осторожным, близко не подходить. Я недавно видел, что даже на Камчатке, возле тех же гейзеров, медведи не могут спастись от мошкары, которая их заедает. Что Такое, такое комары и гнус? да. Да, я почувствовал еще в стройотрядах. Я выбирал Сибирь, Западную Сибирь, Восточную Сибирь. Что такое гнус, что такое комары, я очень хорошо знаю. Это, конечно, ужас. Но местные жители, животные, они как-то более-менее к этому уже приспособились. А европейцу, конечно, тяжело. Игорь, вот скажи, пожалуйста, как ты себя настраиваешь при очередной поездке там, где ты не был и не знаешь, страна или местность, что за люди, как принимают, какие обычаи, как тебе не ошибиться в общении с этими людьми? Вы знаете, для начала у меня просто изначально позитивное отношение. Если в голове моя поездка уже сформировалась, успешная, она, скорее всего, так и будет. То есть тут идет позитивная мысль, она меня ведет. Изначально все будет хорошо. Ты встретишь только самых лучших людей, коих на планете гораздо больше, чем плохих. Естественно, идет какая-то определенная подготовка. Я изучаю планы, график температур, особенно какая температура ночью, как мне утепляться, если я живу в палатке. Конечно же, запасаюсь какой-то информацией, подготавливаю еду, которая мне надо, продумываю план. Ну, естественно, есть еще и элемент приключений, потому что любой план можно поменять по месту. Ну, образно говоря, ты приехал в какой-то интересный город, а познакомился там с человеком, который говорит: так и так, у нас вот тут в 5 километрах в горах интересный монастырь, а я еще и подвезу. И, конечно, конечно, экспромт, дух приключений, это очень важно. Вот ты знаешь, я видел, разговаривал здесь тоже, у нас выступал один парень из Канады или из Соединенных Штатов, он тоже таким же образом, как ты, путешествует. У него, он как-то подчеркивал проблему, знаешь чего? То, что вот Белоножка сейчас пострадал
на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Вот как это все на себе сохранить, и деньги, и документы, и все на свете, чтобы у тебя лихие люди в той стране не обобрали, не ограбили и так далее. Как это делается? Ну, начнем с того, что, конечно, надо быть осторожным. Ты, когда находишься далеко от дома, ты можешь рассчитывать только на свои силы, на свой ум. А если находишься вдали от цивилизации, то никакая мощь цивилизации тебя не спасет. Разумеется, человек должен быть подготовленный и теоретически, и физически, и морально. Но я вам скажу так, главный залог безопасности – это все-таки тайна и правильное поведение. Предотвращенная схватка, есть выигранная схватка. Я прежде всего законопослушный. Если даже есть где-то возможность нарушить закон, не нарушаю. Уважительно отношусь к местным обычаям, традициям, к людям. Всегда очень вежливо, учтив. Бывало несколько раз какие-то конфликтные ситуации, когда, ну, просто вот образно идет на тебя группа, так сказать, воинственно настроенной молодежи, которая, ну, явно хочет тебя, так сказать, так, побить. То я быстро сообразил, что нужно, как бы скажем, сублимировать их энергию агрессии в энергию интереса. То есть сам подошел прямо и начал просто спрашивать, так и так, скажите, пожалуйста, как пройти в музей? Эх, молодец. И тому подобное. И сразу же их засыпать, кто я, мою сущность, я путешественник-журналист. Интересуюсь этим, интересуюсь этим. То есть ты сломал стереотип поведения. То есть им уже не интересно меня побить, интересно уже узнать. Ага. Понимаете, это люди, которым ну, просто нечего делать, им скучно. И они жаждут чего-то интересного. В данный момент какая-то деструктивная их энергия была превращена в позитивную энергию узнать, кто это, что это. Буквально через полчаса мы уже как бы хорошо разговаривали, они там, пожалуйста, можешь к нам приезжать домой, там, где там расскажем все, что надо, на ночлег пригласим. То есть можно из любой ситуации выйти. По поводу денег, да. Вы сказали, да. Ну, у меня вообще в этом смысле проблем нет. Я обычно беру там с собой какие-то совершенно маленькие деньги, которые, ну, тут люди некоторые тратят за вечер в ресторане. Вот, я обхожусь совершенно минимум. Еду я везу обычно с собой, такая вот или сухая сублимированная пища. Не ввязываюсь в какие-то сомнительные прям, конфликты какие-то, каким-то не хожу по пьяным барам и так далее. Вечером стараюсь отдыхать, спать, посещать только культурные мероприятия, музеи, выставки, национальные парки. Там обычно люди самые лучшие, приветливые, приличные. То есть таких проблем нету. Деньги, естественно, и документы прячутся в надежном месте. Но если надо заработать, так рассчитываешь ты на то, что можно заработать немножко денег? За границей? В той стране, да. Ой, вы знаете, это такая тема опять на часа на два. О, ну ты кратко. Да, если кратко, у нас даются всегда туристические визы. А-а-а. Любое трудоустройство за границей – это нелегально. Вот должна так. быть обязательно рабочая виза. Вот. Поэтому, как я говорил, очень законопослушный человек. У меня очень хорошая визовая история. В свое время генеральный консул Германии в Украине Райдегер выдал мне специальную визу шенгенскую. Я это очень дорожу. У меня удостоверение Международной федерации журналистов EFG. Это выдается в Брюсселе, такая специальная пластиковая карточка. Это тоже выдается не каждому человеку. Я очень дорожу своей международной репутацией. И поэтому, ну, это отвечает и моим внутренним требованиям, внутреннему моему состоянию и моей законопослушности. Поэтому я нигде не работал за границей. Я знаю, да, многие работают, но я вам скажу так, это до первого полицейского, начнем с того. Во-вторых, тебя могут просто обмануть, и ты не имеешь права уже после этого пожаловаться в полицию. Ну, просто не отдать деньги и все. Если ты что-то имеешь против, мы тебя сейчас сдадим в миграционную службу. То есть это такой очень достаточно скользкий путь. Я очень рассчитываю, конечно, на введение визового режима с Евросоюзом. Возможно, тогда ситуация изменится. На данный момент практически 90% работающих за границей – это нелегалы. И 10% – это люди, которые
обладают какими-то специальными знаниями, очень высококвалифицированными. Дело в том, что по закону практически любой европейской страны работодатель обязан предоставить бумагу, что именно Панасенко, а никакой другой гражданин, допустим, Германии, не может выполнить эту работу, а только Панасенко. Угу. И только в таком случае правительство, специальная служба выдает разрешение на рабочую визу. А теперь все-таки вот о чем. Мы приближались к слову «экстремал». Ты сейчас считаешь себя экстремалом или нет? Потому что экстремально бывает и встреча с людьми в другой стране, но ты же один на один остаешься часто, и оставался часто с природой один на один, а там есть всякие бурундучки, змейки, медведи, волки, кто угодно. Я очень люблю бурундучков и волков. Вот скажи, были у тебя опасности, которые были связаны с жизнью? Да, конечно, я мог погибнуть раз 14, наверное, не меньше. Это были просто как бы ситуации, не зависящие от меня. Например? И в болоте, в трясину попадал. Где? Это в Сибири было. И течение, очень такое коварное, опасное течение в Персидском заливе уносило. И в Юго-Восточной Азии. Какой-то леопард, я даже не понял, кто, ходил, рычал, пытался достать меня, я на дереве спал. А ты спал на дереве такие, да? Да, такое было, множество было ситуаций. Но я вам скажу так, это редко. Большинство животных, ядовитых змей, они сами боятся человека. То есть вот ситуация, когда на тебя конкретно кто-то охотится, это чрезвычайно редко. Это чаще всего животное-людоед, которое там ранено и так далее. Так вот, любое животное увидеть в природе, это достаточно сложно. Они слышат тебя хорошо и заранее убегают, поэтому это редко очень. И теперь краткий вопрос вот какого плана. Кого ты берешь с собой в товарищи, в поход, в поездку, с собой, в компанию? На кого ты надеешься? Кто такой должен быть этот человек? От твоего спутника в поездке зависит твое благополучие, твоя жизнь, вообще, чтобы она хорошо получилась. И сегодня мы поговорим о том, какие качества нужно в себе вырабатывать, чтобы стать хорошим путешественником. Конечно же, это должны быть и специфические знания. Если ты водник, умение обращаться с лодками, с плотами, с байдарками. Если ты альпинист или скалолаз с обвязками, карабинами и подобной техникой, это все специфические, подчас технические качества, которым достаточно легко научиться. В конце концов, все приходит с опытом. Я больше хотел бы поговорить о своем личном опыте. Какие человеческие качества я считаю главными для своего напарника? Поверьте, это мнение выработано множеством экспедиций, долгими километрами путешествий. И мне кажется, я готов сказать самое главное. Прежде всего, наверное, доброжелательное отношение к своему напарнику. Оптимизм, спокойствие, умение не только понимать, а даже понимать с полуслова. Иногда умение помолчать. Иногда, когда ты вместе с одним человеком, даже 2-3 недели, хочется какого-то уединения, покоя, определенной интимности. Человек должен быть тактичен, понимать эти моменты тоже. Еще мне нравятся инициативные, сообразительные, находчивые люди. Люди, которые умеют быстро собраться, быстро принять решения, доверять тебе, если ты руководитель. Доверие очень важно. Точность, обязательность. Я очень люблю, когда опаздывают. Иногда это может стоить очень дорого, иногда это может стоить человеческой жизни. Очень ценное качество – это выносливость. Не приветствую, когда мой спутник курит, пьет. Это все только мешает путешествию. Определенная выносливость, неприхотливость, необидчивость – это тоже важно. Способность думать, слушать. И главное, любовь к природе, интерес к жизни, серьезное отношение к жизни.
путешествуя месяц с этим человеком, он становится для тебя родным, братом, сестрой, неважно, мужчина, женщина. Дорожите вашими друзьями, дорожите вашими спутниками. Путешествия будут еще впереди, и если у вас хорошее взаимопонимание, взаимоотношения, впереди вас ждут новые и новые поездки. Я желаю вам найти таких людей, таких друзей, которыми можно было пойти, как говорят, и в разведку, и в путешествие. Всем почитателям этого человека я прошу писать, связываться с ним, спрашивать мимо нашего телевизионного эфира. А если захотите и в телевизионном эфире, то мы сделаем отдельную передачу в прямом эфире, дадим телефон, и вы будете все у него спрашивать. С удовольствием. Договорились, да? А тебе куда писать, Игорь? Можно igordiver@mail.ru, мой e-mail. Можно просто в интернете, в гугле, например, набрать «фотохудожник Ермолаев», и выйдет мой официальный сайт, на нем телефоны, e-mail. И я хотел бы еще несколько объектов. Тут. Стоп. Вот ждем следующей передачи. Ну, а мой адрес какой? Николаев, телевидение, Виктор Данилович Завизион. Смотрите нас.